Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как правильно расставить мебель в гостиной площадью 18 квадратных метров. Расстановка мебели зависит от формы помещения. Квадратная гостиная – оптимальный вариант с точки зрения геометрии. Центр занимает основная мебельная композиция, а другие предметы расположены вдоль стен. Но в наших квартирах чаще встречаются прямоугольные интерьеры. Такой тип требует особого отношения и вдумчивой планировки. Во-первых, не рекомендуется расставлять мебель вдоль длины стены. По такому принципу оформлялось большинство советских квартир. Диван и кресло на одной стороне, а телевизор и шкафы на другой. Это еще больше подчеркнет непропорциональность помещения и создаст негармоничный образ. Рекомендуется поделить пространство на видимые зоны. В одной стороне рабочее место, а в центре основная композиция. Зонировать можно как вдоль, так и поперек или локально. Площади для этого вполне достаточно. Во-вторых, в узкой гостиной 18 квадратных метров лучше избегать симметрию, она только подчеркнет прямоугольную геометрию. Например, расположите кресло по диагонали или впишите в интерьер угловой диван. В-третьих, не создавайте эффект коридора в комнате. Такой эффект возникает, когда крупная мебель расположена далеко друг от друга, а между нею образовывается слишком много свободной площади. Старайтесь, чтобы объекты не перегружали пространство.